Бугага! Всем приветик, ребята, с вами убийца читеров Кента ПК. И это очередная серия читер патруля! Труля! Сегодня будет очень уникальное видео, потому что, ребята, я нашел таких жестких читеров, что это просто срыв башки. Просто берут вашу голову и срывают. Это, ребят, полный трэш. От вас прошу всего лишь одно. Маленький штраф в виде лайка и подписочки на мой канал. Давайте, ребята, у вас есть 3 секунды. Давайте, 3 секунды, прямо сейчас промотайте чуть вниз, поставьте лайк. И подпишитесь на мой канал. Давайте, 1, 2, 3. Все, вы красавчик. Ну что же, а мы начинаем. Хочешь топовый инвентарь, но нету денег? Заходи на CD-дроп, открывай бесплатные кейсы каждые 3 часа и выигрывай дорогие скины. Быстрый вывод, моментальное пополнение и множество режимов. Промокод Кент умножает сумму в 2 раза. CD-дроп — это мой выбор. Заходи и выигрывай. Ссылка в описании. Ну а теперь рубрика «Смешные комментарии от подписчиков». Комментарий, который был в топе. 001. Мне послышалось, что он сказал: «Читеры, бегите на...» Так, не понял. Я такое не мог сказать. Давайте прослушаем. Так. Читеры, бегите нахуй. Ну, ребята, там было не так. Так было не так. Слушаем внимательно. Бегите. На охоту вышел Кент. Там было на охоту, а не то, что вы написали все в комментариях. Кент, я тебе скинул читера, давай его с ноги. Братанчик, без проблем. Ну и победитель самых смешных комментариев под прошлым видео — это, ребята, Марина Новикова. Кент, ты даун, это я был видео, и ты меня забанил, и что, что я читер? Мариночка, а вот и ничего, просто минус аккаунт у тебя. Ну что же, а теперь самое интересное, мы, ребята, продолжаем дальше банить этих зверьков. Так, ну что, сейчас вы увидите зверька, этот зверек — это не Сайлес. Сейчас вы увидите, сейчас, секундочку. Сейчас. О, смотрите, вот какой бессовестный, стреляет с небес. Ты как туда попал? Ты как на небо поднялся? Ты что, с того света убиваешь всех или как? Ребята, ну вот как это называется, посмотрите. Пытается мой подпи... А как он снизу оказался? Нифига себе! Не, вот это говнюк. Вот это говнюк, ребят, тут сходу бан. ID 350-44700. Не, ребят, тут без варианта, тут сходу бан, потому что... Это как такое вообще возможно? Чувак стреляет с неба, а оказался снизу. Вы даже не представляете, как же у меня подгорает! Вы надоели скидывать, а я уже давно понял, что его забанили, это был читер. Все, пацаны, это читер. Не скидывайте мне этот скриншот в ВК. Никогда! Ну вот в этом вопросе мне нужна ваша помощь, помощь экспертов. Как вы думаете, это чит или нет? И напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Лично я думаю то, что это читер, потому что это бочка. В нее багом провалить все нельзя. Или можно? Я не знаю, короче, напишите в комментарии. Я просто в афиге, посмотрите, что мне скинули. Я не знаю, как это можно писать словами у чувака в первом раунде М-ка. В первом. Посмотрите на счет, счет 0-0. Но у парня под ником Defense-28 есть эмочка. Что это? Кто знает, напишите в комментарии. И еще, ребята, одна очень обязательная просьба. Пожалуйста, если мне отправляете видео с читером, отправляйте его качественное, а не как этот парень. Вы посмотрите на вот это видео. Он что, на калькулятор снимал? Почему? Почему? Вот это все черный экран, а вот это само видео. Я просто в шоке, ребят, посмотрите. Еще и музыка такая. Твою налево, дружище. Лучше без монтажа выложил бы. Не, да, есть читер, но почему я ID не вижу? Я не знаю. Кто видит ID, напишите в комментарии. Я лично ничего не вижу. Пожалуйста, не скидывайте такие видео. Это важно. Ну а следующего читера скинул Саша. Ребята, посмотрите на вот эту замечательную переписку. Просто посмотрите. Кентуха, пыжись, забань этого читака. У него чит на радар. И он стреляет в небо. И всех убивает. Но это я заснять не смог. Затупил. Но его рейтинг тебе все докажет. Парень даже скриншота не скинул. Не то что видео. Он даже скриншота не скинул. ID не скинул. Даже ника не скинул. Ребята, вот этот парень, Саша, он тупо абсолютный чемпион в номинации «Самый бестолковый разоблачитель читеров». Касаемо данного видеоролика, я, ребята, полностью перекладываю ответственность на плечи разработчиков, потому что я не знаю, это баг или чит, но однозначно что-то тут не так. Посмотрите, ребята, на вот это, на вот эту игру. Парень находится по текстурами.
Ну, вот как это назвать? Это карта Sandstone, чувак тупо залез под карту, под лестницу и просто всех убивает. Вот его ID 553-793-50. Разработчики, сделайте так, как вы считаете нужными, именно с этим человеком. Ну а традицией наших видео есть читер-нуб. И ребята, конечно же, это видео тоже не исключение. Посмотрите на этого прыгуна. Так, сразу давайте запомним ID. ID 589-88-578. Блин, красивый ID, но походу парню не повезло. У парня, кстати, очень странный чит. Большие прыжки. Я такой чит вижу впервые. Он, у него не спидхак, у него именно какие-то прыжки. Вот, смотрите. Опять. Но тем не менее, даже с такими уникальными читами, его убивает обычный чувак с АКР-12. Ну, стыд и позор. Но вот этот читер совсем обнаглел, потому что он пришел на базу террористов и прямо с нее хочет всех убивать. Ребята, смотрите. Вот какой бессовестный залез в эти коробки и пытается убить моего подписчика. Но почему-то у него ничего не получается. Вот мой подписчик от него прям в метре бегает, пули прилетают рядом с ним. Но этот читер тоже нуб, и он не может никого убить. Ребят, ну вот как можно быть таким? И да, но нет. Я тоже думал, что убил читер, но оказалось, это просто пришел чувак с команды спецназа и убил нашего подписчика. Ну как можно быть таким нубом? У тебя было 15 секунд, тебе надо просто прицелиться и убить. Да, наконец-то он убил, и мы его тоже забаним. У парня есть АВМ Феникс, эх, жалко ты его. Хотя не жалко. 5-3-6-8-4-6-3-1. Пока! Ну а следующий читер будет даже с дорогими скинами и ножом. Хо-хо-хо, как же приятно банить таких говнюков. Давайте смотреть. Кстати, да, вместо меня данное видео уже озвучили, поэтому, ребята, внимательно смотрим. Очень рад, всем привет. Привет, братик. Здесь играют. Если чё, их там двое. Вот он. Блин, звук был такой, как будто он немножко обосрался. Так, ребятки, ID 579-069-24. Ну, сейчас, супчик. Да, вот, Веля, он в твоем клане стоит. Да, вот. Веля, он в твоем клане. Это позор. Это позор. Но это не тебе позор. Хэштег Веля позор. А этому чуваку, что он в таком клане крутом стоит. Он у него реально. Да, видишь у него клан в ИСКЮ? Пацаны, если чё, это просто приставка к нику. Это не клан, это просто любой может написать в ИСКЮ. Они думают, что это реально клан Вели. Мармеладный. И бегал там носит. Слушай, ребят, ну я вот вижу, растут будущие два киберкомментатора. Реально у парней талант. Носится, блин, его убить невозможно. Вот я... Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. Это вам не шутки, обязательно подписывайтесь. Также, ребята, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что, ну, не хватает 2 подписчиков до миллиона. Короче, все, всех люблю, всем удачи. Читеров скидывайте в ВК, ссылка в описании. Всем удачи и всем пока.